На настоящий момент еще существует проблема подключения 4К-камеры к дисплею. Дело в том, что многие дисплеи 4К, особенно первые модели с этим разрешением, имели HDMI версии 1.4, которая поддерживает только 4K UHD с частотой кадров не более 30. Для вывода UHD с частотой кадров до 60 вам понадобится дисплей с интерфейсом подключения HDMI 2.0. При этом стоит заметить, что запись в том же формате будет невозможна. При нажатии кнопки REC экран станет серым и произойдет понижающее преобразование на выходе до 1080p. Если есть необходимость подключить камеру к рекордеру или монитору с интерфейсом Quad Link SDI, вы можете воспользоваться любым подходящим конвертером, например, Adja HA5 4K. Стоит также заметить, что вывод 4K UHD потока по HDMI требует кабеля категории High Speed. Чтобы активировать HDMI выход, вам понадобится в настройках зайти в Output Setup, далее выбрать HDMI в подменю Output Select и System в подменю Resolution. Часто перед пользователем возникает задача, и съемки нашего ролика не исключение, вывести меню на внешний выход, поверх изображения. Для активации этого режима нужно вначале понизить битность выходного сигнала до 8 бит и перейти в формат, отличный от 4K и UHD. Теперь вы можете вывести меню на один из активированных выходов. Также интересной функцией для тех, кто снимает очень много материала, например, в путешествиях, является прямая перезапись с карточек на жесткий диск, минуя ноутбук. Для этого необходимо подключить поддерживаемый внешний жесткий диск к разъему USB 3.0 и активировать режим Host в меню. Камера отформатирует диск под файловую систему XFAT. Далее вы можете выбрать следующие действия. Скопировать все нескопированные ранее клипы и фотографии, выбрать клипы или фотографии для копирования, просмотреть клипы и фотографии на внешнем жестком диске, а также безопасно извлечь устройство. Также в камере присутствует аудиовыход, выход для наушников, вход и выход тайм-кода, разъемы управления объективом, а также два XLR-входа под микрофоны или линейный сигнал. Таким образом, в камере предоставлены все необходимые интерфейсы для стандартной съемки.